Вместо привычных супов и каш в кастрюлях томится парафин. Кабинет технологий в школе номер один превратился в настоящий завод по производству окопных свечей. Просты в изготовлении и универсальны в использовании. Одна такая свеча горит до 6 часов и служит настоящим помощником на фронте. Разогреть еду, просушить одежду. И это не весь спектр пользы. Парафиновые горелки из гофрокартона в жестяных банках. В мастер-классе по их изготовлению участвуют молодогвардейцы, школьники из движения первых и окружные депутаты от «Единой России». Мы оказали гуманитарную помощь депутата из данной школы и закупили воск, закупили картон, закупили специальную кастрюлю, потому что там нужно варить в определенных кастрюлях. Полина Данилова – настоящий бригадир смены. Уже сбилась со счета, сколько свечей сделала. Благодаря идейному вдохновителю, учителю технологии, теперь и у нее есть возможность помогать участникам специальной военной операции. Наши военные, они борются за нашу жизнь, и я понимаю то, что надо вложить всю теплую душу в эти свечи. То, ради чего работают школьники – обратная связь с фронта. Ребята получают ее регулярно. Только вот этой свечкой они где-то вот в своей так называемой дневке, да, вот, ну, в своем укрепе, в своем блиндаже и норе, да, так называемой лисьей норе, да, то есть могут вот согреться. В планах у школьников научиться плести маскировочные сети и шить банданы. А пока отправляют сладости и пишут письма с самыми добрыми пожеланиями. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».